Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саудитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джана Самаюктам Биндаванам Манохара Ванчакалпатарувасчакипасиндубхавача Патитанам Пабунебхо Вишнабхибхьо Намо Нама Мукам Кароти Вачалам Пангум Лангхайтагирим Яткипатамахам Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббхуй Пиявай Кешавасача Шна Бхакти Параде Деви Саттваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Шанкитане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дейям Сада Парибхавагна Мавишчадухам Титас Падам Сива Виранчанатам Сараньям Бхитатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарна Равиндам Яд Пада Паллавана Качанна Маничатая Биспуржита Гимапигапавадхусвадарш Пурна Нурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Кадакипам Гируш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджануламмита Бхуджау Канука Бодато Санкитаной Кавитару Камала Ятакшо Вишам Бару Дижа Бару Джугатхар Мапалу Банде Ягат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам, Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам. Бхуктин ча муктин ча дадасинитам Бхаванурупена сада наранам Ганга таранга раманья жата калапам Гаури нирантара бивуши тобам бхагам Нараяно прияманга мада пухарам Варанаси Пурапати Бхаджавишванатам Ваги Саджасва Бадане Лакшмир Джасвача Бхакшаши Джасвасти Хиде Самби Пам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари.
Нахам Бишанке Сурараджа Баджрат, Настар Кошулат Наджама Саданджат, Нагнар Косома Нилавитта Пастрат, Чанке Врсам Брахмакула Абманат, Нахам Бишанке Сурараджа Баджрат, Настар Кошулат Наджама Саданджат, Нагнар Косома Нилавитта Пастрат, Чанке Вишам Брахмакула Абманат. Гаудия Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур. Гаудия Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур. Прабхупад снова и снова говорил, что если Гуру Даршан не совершенен, то обрести Бхагавад Даршан невозможно. Через Гуру Даршан мы можем обрести Бхагавад Даршан, иначе Бхагавад Даршан невозможен. Любые сомнения о Бхагават-таттве Гуру Вайшнавы не могут избавиться, помочь нам избавиться от них очень просто. Но одно «но». Если мы совершаем оскорбление в адрес лотосных стоп чистых Гуру и Вайшнавов, имеется в виду те, кто установились в Нама-таттве, в Нама-брахме, то в этом случае мы не можем быть прощены. Харинам Прабху, он очень милостив. И те чистые гуру вайшнавы, те, кто утвердились в Нама-таттве, они могут осознать через свой харинам, через воспевание харинама, они могут видеть Верховного Господа, Его лилы, они могут ясно видеть это. И им не нужно их идти в храм Джаганатха, толкаться там, чтобы увидеть Джаганатха. Нет, они видят своим сердцем. Конечно, кто-то ездит туда, тратит тысячи, десятки тысяч рупий, но гарантии никакой нету, что таким образом можно обрести Кришна Даршан. Но те гуру вайшнавы, они очень ясно могут видеть все лилы и все остальное. И вот в другой день я говорил, что Верховный Господь, что в сердцах чистых гуру вайшнавов Верховный Господь, он чувствует себя очень спокойно. И вот Шрила Прабхупад говорит, что чистый гуру вайшнавы — это они подобны живым храмам. Они подобны живым храмам Верховного Господа. И вот много раз я говорил, например, вы наслаждаетесь полной милостью какого-либо чистого гуру вайшнава, это значит, что вы, несомненно, обретете милость или уже обрели милость чистых гуру вайшнавов. Если вы обретете милость чистых гуру вайшнавов, то будьте уверены, что вы уже обрели милость Бхагавана, Верховного Господа. Но Шрила Бхактивинода Тхакур написал одну статью, там говорится, что из-за оскорблений мы не всегда можем чувствовать Бхагават-таттву, мы не всегда можем осознать трансцендентные качества гуру вайшнавов, намы, дамы. И вот из-за нама-апарадх не все могут осознать это, из-за нама-апарадх, вайшнава-апарадх, это подобно изоляции. И из-за этого мы не можем обрести связь с трансцендентным миром. И вот Ракхуган говорит перед Джадой Бхаратой: «Я не боюсь оружие Индры, Царя Небес». Старка, значит, Шанкар Бхагаван. И вот его этой
его этого Тришуна я тоже не боюсь, и никакого оружия других полубогов я тоже не боюсь. Я не боюсь оружия Агнидева, Джаладевата, полубога огня и всего остального. А боюсь я, чего же я боюсь? Я боюсь, если я осознанно или неосознанно совершу оскорбление лотосным стопам в адрес лотосных стоп чистых гуру вайшнавов, и тогда это очень опасно. Если я осознанно или неосознанно, поскольку оскорбление осознанно или неосознанно, если мы совершим оскорбление, то мы должны расплатиться за это, но относительно грехов в Кали-Югу какие-то особые возможности. И даже умственные эти грехи, они тоже опасны, но после дикши все грехи, можно сжечь их очень просто. В процессе дикши все эти грехи, они могут быть сожжены. И вот После дикши, если мы не верим в Бхагава-таттву, в Гуру Вайшнава-таттву, то в этом случае будьте уверены, что это из-за оскорблений. Иначе после дикши, что говорить после дикши? Перед принятием дикши, когда мы только принимаем решение принять дикши, то если мы чувствуем что-то, что некое, мы не чувствуем некую трансцендентность, хотя нет у нас точного чувства, но предчувствие перед дикшей должно быть, а после дикши вопросов уже нету. Если у нас есть вера в Апракрита, Нама, Даму и все остальное, и ради этого мы приняли дикшу, и потом даже, если вы не получайте радость от воспевания Харинама. Если вы не получаете радости от слушания Харикатхи, то это происходит из-за оскорблений. И вот в этой шлоке говорится, что если мы не наше сердце не радуется этим всем трансцендентным вещам, то будьте уверены, что это из-за оскорблений. И вот в начале всего мы должны изогнать все аппаратхи с нашего сердца, чтобы понять трансцендентную гуру вайшнава-таттву. Я говорил о гуру вайшнавах, что они иногда являют такую лилу, что мы не можем понять ее. И вот Ракуган, он перед Джада Бхаратой говорит, когда, и вот когда в сердце Ракугана и вот и смысл в том, что пока мы принимаем прибежище у логики, логического понимания, а Апракрита таттва, она исчезает. Шрила Прабхупад говорит, что из-за... И вот у таких людей, которые принимают прибежище у логики, трансцендентное, оно исчезает. Бхагава-таттва значит вся гуру-таттва, вайшнава-таттва, нама-таттва, дама и все остальное. Мы не сможем осознать ее, будьте осторожны. И вот перед Джадабаратой Ракуган говорит, это не удивительно, это не странно ли, что я all my
все мои аргументы, все мои логические, эти, всю логику я избавился от всего этого, я отверг. И вот Рокхуган говорит, разве это не странно то, что я избавился от всех своих сомнений? Я обрел Гьяна Чакшу, глаза знания. Я избавился от всего невежества, от всего, всей подозрительности. И вот сейчас, не странно ли это, что такой Парамахамса, как ты, который прольет на меня свою милость, если я смогу обрести эту милость, то тогда автоматически я обрету бхакти. Бхакти Адхокшаджа Амала. Амала значит чистая бхакти. И вот и так еще Прахлад Махарадж говорит такие слова. И вот до тех пор, пока я не приму омовение в пыли со стоп чистых преданных Гуру Вайшнавов, то до тех пор я не смогу исправить мой ум. Так много силы, могущества в пылинках со стоп, лотосных стоп Гуру Вайшнавов, они настолько велики, и их достаточно, более чем достаточно, чтобы даровать мне бхакти. Есть Акшаджа и Адхокшаджа. Шрила Прабхупад говорит, если день за днем мы совершаем баджан, мы вроде бы приняли прибежище у лотосных стоп Гуру и Вайшнавов. И, но иногда бывает, что кто-то получил дикшу, но у него в уме какое-то материальное представление о Гуру Вайшнавах возникает. Шрила Прабхупад говорит, если такая акшаджа, такое материальное представление возникает в нашем сердце, это из-за оскорблений, поскольку, смотрите, может быть много грехов, но эти грехи, они могут, по милости Гуру Вайшнавов, они запросто могут быть устранены, очищены. Это достаточно просто. In very short period of time, I get your association, Mahurtikat Jasso Samagama Chame, by the association of a pure sadhu like you, Mahurtikat. И вот благодаря общению с такими чистыми саду, как ты, все как Дустарка Мула. И вот благодаря этому все сомнения уходят, и эта милость, по милости чистых Гуру Вайшнавов, это 100% возможно обрести бхакти, бхакти Адхокшаджа Амала. Амала бхакти, значит, мы можем обрести чистое бхакти. И нет сомнений в этом, что мы можем обрести чистое бхакти. И вот Шрила Прабхупад говорит, есть проблема, поскольку обычные люди, если их удача недостаточно велика, они могут обрести. А если их,
удача достаточно велика, то тогда они могут обрести общение с чистыми гуру вайшнавами. Но майя может сделать так, что даже если мы встретимся с ними, мы все равно будем сомневаться. Это из-за влияния майи. Например, мы достаточно удачливы, чтобы встретиться с каким-то чистым гуру или вайшнавом, но из-за влияния майи мы будем сомневаться, не доверять. Это из-за майи происходит. Шрила Прабхупад говорит, что же делать в эту кали-югу. Обычно случается так. Шрила Прабхупад говорит, что в эту кали-югу, этот кал, время очень плохо. И в эту кали-югу люди обычно не верят в саду-гуру, вайшнава, в наму, даму. А если верят, то это очень удачливые люди. И также проблема, что под именем саду-санги, если не обретают асаду-сангу, то это тоже ничего хорошего в этом нет. Поскольку Шрила Прабхупад говорит, что сейчас под именем Харикатхи и Харибаджана те, кто обманывает людей, а обычные люди настолько глупы, что не могут отличить настоящую саду-сангу от ложной. И вот те, кто под именем Харикатхи и Харибаджана обманывает людей, а обычные люди очень глупы. И они хотят быть обмануты, и поэтому их обманывают. Первое, перед тем, как начать баджан, мы должны быть искренни. Гуру вайшнавы могут хвалить нас, но мы должны быть очень осторожны. Мой Гуру Махарадж, он хотел обмануть меня, он хвалил меня очень много, а я, Махарадж, как-то избавил, это, не признал своих заслуг. И Шрила Прабхупад говорит, я не готов. Я не готов слушать свое прославление от с уст гуру вайшнавов. Если гуру вайшнавы будут хвалить меня, то это очень опасно, поскольку этим они хотят обмануть меня. И вот таким образом они всегда хотят проверить нас, нашу веру в гуру вайшнавов. Шрила Прабхупад говорит, что я не хочу и вот я не хочу слушать прославление себя с уст гуру вайшнавов. Это очень опасно. Я говорил, что никто не может обмануть вас, поскольку это слова Шрилы Прабхупады. Если мы следуем Бхактивинод Даре, это слова Шрилы Прабхупады. Если мы будем следовать Бхактивинод Даре, то тогда будьте осторожны. Будьте уверены, что вам не нужно присоединяться к какой-то организации обманщиков, чтобы все потерять. Вам не нужно этого делать. Если вы следуете Бхактивинод Даре полностью, то есть некоторые люди вроде бы следуют, но неуспешно. А если вы по-настоящему следуете Бхактивинод Даре, то я обещаю вам, гарантирую, что вас никто не сможет обмануть. А проблема, что далеко не каждый может следовать. Кто-то следует чему-то, кто-то немножко, но полностью это очень далеко не каждый может. И вот если вы утвердились в Бхактивинод Даре, следуйте ей, то вы разовьете такую чувствительность, что где бы вы ни слышали Харикатху, то внутри вашего сердца, ваше сердце скажет, что это правильно или неправильно. То есть это настоящая харикатха или ложная. Вы сразу же обнаружите, как, например, на границе есть такие радары, сканеры, которые
сканируют пространство, и если неприятель какую-то ракету запустил или самолет залетает, то это обнаруживается. И вот и мы также, если мы по-настоящему слушаем Харикатху от чистой Гуру Вайшнавов, мы верим в них, если мы хотим следовать Бхактинодаре, то это автоматический фактор. Вы разовьете такую чувствительность. Я практически привожу пример, не говорю о какой-то ложной философии. И вот Махараджи рассказывали какие-то преданные, которые слушали настоящую Харикатху, и потом, когда их позвали на какое-то собрание, они сразу увидели, что там не Харикатха, а просто беседы какие-то, которые отношения к абсолютной истине не имеют. И вот такая чувствительность может явиться в вашем сердце, если вы достаточно искренне. И искренность – это единственное, благодаря чему вы ничего не потеряете. Искренность. Если нет искренности, то тогда в любой момент вы можете быть обмануты кем-то. Искренность – значит стопроцентная вера в том, что чистые Гуру Вайшнавы, они могут дать нам все. И вот такую чувствительность мы должны развить. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что если вы будете следовать Бхактинодаре, то тогда будьте уверены, что вам не нужно идти в какие-то другие места, чтобы присоединиться к каким-то организациям обманщиков. И под именем Бхаджана вам не нужно ничего терять в вашей жизни. И это слова Шрилы Прабхупады. И вот сатсанга, она очень важна. Если вообще мы сможем поверить в сатсангу, то я могу пообещать, вы обретете это, поскольку я обрел по милости Гуру Вайшнавов. И вот Шрила Прабхупада говорит, что те, кто обманщики, они, вот обманщики, они пытаются как-то избежать. И вот Шрила Прабхупада на Бенгали говорит, как вор, когда что-то украдет, он других обвиняет в воровстве. Я вот практически знаю. Из Мурсидабада один преданный Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджи, вот в 11 часов дня случилось вор один. Украл велосипед кого-то и уехала. А этот хозяин велосипеда заметил и начал орать, чтобы его поймали. А этот вор начал смеяться и и быстро уехал и сказал, что меня не поймаешь. А народ подумал, что это его друг и ловить его не надо. И вот так этот вор избежал так поимки. И вот Шрила Прабхупада говорит, что те воры, те, кто воры, мы слышали от Шрилы Прабхупады, что один этот охранник, он вор и подрабатывал охранником ночью. И вот в общем, ходил ночью на дело и воровал. И вот грехастха, когда один увидел, что это вор, и начал орать, что вот вор там, держите. А этот вор, он тоже начал орать, что тоже вор, вор, ловите его, убегает. И люди не поймали никого, поскольку сам вор тоже тоже сделал вид, что пытается поймать вора. И вот Шрила Прабхупада, он пример приводит, что если какой-то вор кричит, что ловите вора, то обычная публика будет обманута.
И вот Шрила Прабхупада говорит, что те, кто следует Бхактивинодаре, будьте уверены, они разовьют такое высокое сознание, что никто не сможет обмануть их. И это милость Баладева. Что значит милость Баладева? Что значит гуру Крипа? Крипа. Если вы обретете Крипу Баладева, то материальные вещи не смогут задеть вас. Вы можете развить такое чувство. Я много раз говорил. Вот Джоди Нирваликам. Валик и Нирвалик. Бхагаван дайоед ананта сарватмана асрита падам йоди нирваликам те дустарам атитарам тича дева майам но мамахумити са сигал бхакши. No maya can touch him. Никакая майя не сможет влиять на вас. И вот это, и тогда ничто, связанное с телом, тоже не сможет влиять на вас. И никакое ложное эго тоже не будет влиять на вас. И вот, если кто-то обретет милость Ананта Дева, и вот, и всем сердцем, кто предастся, то Сарватмана, и тот, кто полностью примет прибежище, не так, что я верю, ну, надеюсь на мужа, там, на родственников, на страховку какую-то или еще что-то, на детей там или еще на что-то, но нет такие, я не говорю о таком временном самопредании. Это похоже на цирк какой-то. И вот, в этой шлоке имеется в виду, что если вы всем сердцем примите прибежище у лотосных стоп гуру вайшнавов, а как? Я вот пример привожу. Ночью, например, вы спите. Вот в Мурсидабаде, например, люди спали, и вдруг внезапно в общем, там этот потоп случился, имеется в виду, хуже все, там потоп случился, дамбу провало какую-то или что-то такое, и весь город затопило. Не просто затопило, а потоком снесло. И вот люди проснулись. Ну, дамбу какой-то, дамадар как-то, ее как-то так называлось. И вот, и вот человек, он был снесен этим потоком воды, и плывя, он заметил баньянного дерева и зацепился за ветки и так залез на это дерево. И в этом случае он спасен от того, чтобы его воду снесло куда-либо. И вот этот пример, смотрите, совершенен. И из-за такого потока воды мы можем умереть, но проплывая мимо дерева, мы можем спастись, ухватившись за дерево, и какое чувство у нас будет вот в том случае, что если нас сносит потоком воды, и на дороге нам дерево попадается, и как же мы схватимся за это дерево? В английской литературе говорится, что тонущий человек, он за соломинку цепляется, он пытается хотя бы за соломинку зацепиться, чтобы спасти себя, так или иначе.
И вот когда две страны сражаются друг с другом, как вот Пакистан и Индия, например, или старый Пакистан, или этот, как его, Бангладеш тоже Пакистаном когда-то был, и вот людям куда деваться, люди разбегаются и принимают прибежище, ну, какой-то стране поблизости, ну, вот как в случае с Индией и Бангладешем, в Кучбихаре, в Алипуре, там, в приграничных городах. И вот это явление саранартхи называется, беженцы имеется в виду. На санскрите тоже, и эти беженцы, они принимают прибежище где-то, но имеется в виду, живут какое-то время, но это все временно, поскольку они увидят, что ситуация поменялась, то возвращаются в свою страну. Это не постоянное прибежище такое. Но, как, например, жена принимает прибежище у стоп своего мужа, но это тоже временно. Но принятие прибежища у лотосных стоп гуру вайшнавов – это не временно, это вечно. Если вы искренни, то чистые гуру вайшнавы, они смогут спасти вас. И вот Шрила Прабхупад говорит, что если нет гуру-татвы, если вы не утвердились в гуру-татве, то как вы можете поверить в Верховного Господа, в Наму, Даму и получить даршан, ее и всего остального? И вот Шрила Прабхупад говорит, что такое гуру-даршан. Гуру Даршан значит везде, куда бы мы ни смотрели, вы сможете видеть гуру и гуру везде и везде. Пытайтесь понять то, что я говорю. Шрила Прабхупад говорит, что такое гуру Даршан. Те, кто утвердились в гуру таттве, куда бы они ни смотрели, они могут видеть гуру прямо или косвенно, везде гуру. Он проверяет нас, проверяет нашу наше терпение, нашу силу, наше смирение. Шрила Прабхупад уже много раз говорил, что это материальный мир, это место проверок, экзаменов для обусловленной души. И вот я возвращаюсь сейчас к начальной точке нашей сегодняшней темы. Как это возможно для нас, если мы еще не утвердились в гуру-таттве? И это не гуру-таттва, если мы, видя какие-то вещи, теряем веру. Куда бы мы ни смотрели, куда бы мы ни шли, мы должны видеть гуру везде. И вот везде вы должны видеть гуру, везде и во всем. Вы должны видеть вашего гуру, который сможет защитить вас от майи. И когда вы стремитесь наслаждаться майей, то гуру, он предостережет вас. Вот этого гуру он отругает нас. Шрила Прабхупад может помочь вам, нам, чтобы мы исправили себя. И таким образом у нас будет надежда исправиться. Но Бхагаваттва Вигьян мы не можем. И те, Бхагаваттву можно, это знание можно обрести от гуру вайшнавов, они могут вложить его в наше сердце, и Кришна также говорит. Перед Удавой он говорит: «О, Удав, смотри, много примеров я могу привести, а они не изучают Веды, Веданту, Упанишаду и все остальное, но все же они достигли меня». И вот Кришна перед Удавой говорит: «О, Удав, Бриша Паравабалиравано,
маяшчатхо бивишанаха сугрива хануман рикшо гажо гриддхо банико патхо вьядаха кубжа браде гуппо ягьо патно статапари тена дхита сутигана нупасито махаттамаха абрадаттапта тапасо сатсангьятмам упагатаха. What speaking? Бахубо матпадам пратта траста каядхавада йохо Брисапарба балирвану маясчатху бибишанаха Сугрибо ханиман никхо гажо гриддхо банико патха Атха вьядаха купжа браже гуппо Ягья патна статха пари Те на адхита срутигана Но упаси то махаттамаха Абрататаптатапасаха сатсангьядмам упагатаха. Try to follow this point. Кришна directly giving. Бахубомат падам пата. So many people. So many. They are reaching. И вот много таких преданных достигают моих лотосных стоп. Вот в этой шлоке они перечислялись. Они приходят к моим лотосным стопам. Вритрасу, вот Махарадж перечисляет всех этих личностей. Gajo, Jambu Bhan actually. So is Brahma Avatar in that case. So Sugriva Hanuman Riksho Gajo Gajaraj Gajendra Mokshan you read now in Kartik Bhata. Gajo Griddho Griddho mean I mean that Jatayu Gajo Griddho Banikapatho Vyadaha Vyad also Banikapatho I mean Banik. Это тиранди викшу, you took банико патхо, банико мани бизнесмен, банико патхо, вьядаха, that bad, by the mercy of, you know, Нараджи Махарадж, he cut his all doubt and, you know, everything, and купжа, абраже гупко, what to speak about гупика, гупикас, they, and йогья патнос татха паре, the йогья патни, they are not going to Gurukul, nothing. И вот Ягник Патни, они, смотрите, не ходили в Гурукулу, не получали образование просто благодаря сатсанге. Если вы не получили посвящение или получили посвящение благодаря слушанию Харикатхи, то, смотрите, все равно вы можете достичь Верховного Господа, если у вас сложное посвящение и вы не приняли прибежище у садгуру, то большое сомнение. Или опять же, некоторые так или иначе получают прибежище у садгуру, но не понимают величия и значения этого посвящения, этой дикши, то это тоже становится бесполезным. Смотрите, они не совершали никаких аскез, никаких тапаси, врат. Шрути не изучали ничего, только совершали сатсангу. И Кришна этим примером хочет дать нам идею о величии, значении сатсанги. И смотрите, они все достигли меня только благодаря сатсанге.
И если у нас достаточно сукрити, рождение за рождением, и согласно нашим прежним самскарам, наша сукрити, когда накапливается, то в этой жизни мы сможем обрести сатсангу. А если мы недостаточно удачливы, то опять сомнения в гуру вайшнавов появится, и это станет причиной падения, и таким образом все время опасности в баджане нас подстерегают. И поэтому Гурупад Падма Парамхамса Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж говорил, что Баба, все время мы должны помнить Нарисимхадеву Шрилу Прабхупаду. Он не говорит о себе, что его надо помнить, но мы знаем, что нужно его помнить. Гурудев, Прабхупад и Нарисимхадев, всегда нужно помнить их. Шрила. А Гурудев давал практические примеры. Если бесчисленные примеры, бесчисленные проблемы придут к вам, что говорить обо мне, все проблемы придут, чтобы ослабить нас. Я могу прямой пример привести, не просто какую-то ложную философию говорю. Нет, я могу привести пример. И вот те, кто без всякого видимой причины пытаются навредить мне, я все равно не отношусь к ним как к своим врагам. Я думаю, что это Кришна прямо или косвенно делает. Но так или иначе, Гурупад Падма говорил, и вот он говорил, что путь бхакти, он полон бесчисленных проблем. Эти проблемы придут, чтобы остановить твой баджан, твою харикатху, так или иначе они придут. И все время это происходит. Будьте осторожны, майя придет, различные виды майи в виде друзей, врагов, тантры, мантры или еще чего-либо, чтобы остановить наш баджан. Это естественно. Что обо мне говорить? Я маленькое создание, даже Шрила Прабхупад. Из-за зависти многие хотели убить Шрилу Прабхупаду, прекратить его харикатху. Вайканас Госвами Махарадж из Южной Индии, из этой он между Ориссой и на границе Ориссы с Андхра-Прадешем родился. И вот он говорил харикатху, а его враги смарты, они пытались как-то тантры и черной магии воздействовать на него. В Агамах, в Атхарва Ведах описываются способы, как навредить кому-то или убить, или еще как-то гадость какую-то сделать. Гуру Вайшнавам невозможно навредить, но какие-то проблемы, беспокойства. Все-таки эти тантры и прочие черные магии, она влияет как-то не так, как они хотят, но все же влияет. Но Шрила Прабхупад вот знал это и защитил Вайканас Госвами Махараджа. И Бхактивинода Тхакур также, даже сейчас, в интернете есть эта история про Бишкишина и Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакур, он читал Бхагаватам, и этот чернокнижник пришел, чтобы убить Бхактивинода Тхакура. Он пытался навредить ему, но ничего серьезного не смог сделать. Бхакти – это естественная функция души. Конечно, из этого влияния какие-то проблемы происходят, но не столь серьезные. Однажды Гурудев совершал баджан, закрыв глаза в калне, и вот в своей комнате после арати никого не было, и вот он повторял харинам,
достаточно долго. И вот один человек из Калны происходит, Барин Бабу, его звали на работу в Калькутту, ездил Гуру Махарадж, он дал ему служение, чтобы он, ну, что-то там привозил. Но он обычно раз в неделю приходил, приносил то, что нужно для служения, и уходил. И вот однажды Шрила Гурудев повторял харинам, и вот он размышлял о Господе, этот Барин Бабу пришел, поклонился и сказал: «О, Махарадж, я вот…» И 3-4 раза позвал Шрила Пури Махараджа. Тот ничего не ответил, и он вынужден был прикоснуться к стопам к Шрила Пури Махараджа. И когда он прикоснулся, сказал: «О, ты пришел, что уже пришел, я не думал, что так быстро придешь». И после этого этот Барин Бабу все передал, все письма там и прочие подношения, и хотел сказать: «Могу я спросить вопрос у вас?» «Да, спрашивай». «Когда я звал вас, вы не отвечали. А когда я прикоснулся к вашим стопам, то почувствовал, как будто напряжение, как какой-то ток там, какая-то электроэнергия, она прошла через мое тело, я чувствовал, как какой-то электрический ток буквально, такая энергия исходила из ваших стоп». Шрила Пури Госвами Махарадж засмеялся, сказал, что я баджан совершал, но ты прикоснулся ко мне, поэтому эта сила к тебе ушла. Это много раз было, не только вот в случае с этим Барин Бабу. И вот какие-то вайшнавы, которые живут на Гвардхане, в Манасиганге, они совершают свой баджан, они не банщики. Не надо думать, что все, кто живет на пожертвования, они мошенники, нет. И вот однажды из Говинда Мандира пригласили этих саду с этого Гвардхана принять просад, и все обрадовались, что вот, ну, нужно идти. Они пошли принять просад в Говинда Махарадж, но не знали, кто просад этот организует. Так или иначе, они приняли просад и ушли. И ночью их баджан ушел. Ну, в общем, так получилось, что их семья, они потеряли в эту ночь. И вот они начали Кришне все возмущаться, что мы тут харинам повторяем, баджан совершаем. А тут такое случилось уже, сколько лет не было. И вот они начали поститься и требовать от Кришны, чтобы он рассказал, что плохого они сделали, что вот такая ситуация возникла. И на следующий день Говинда пришел ко всем во сне и сказал, засмеялся и сказал: что с чем проблема? Просад, который вы ели, был оплачен проституткой. Она вот зарабатывает деньги таким образом, и, ну, ее деньги были такие черные, через проституцию заработанные, и потом она, благодаря благому общению, перестала заниматься этой проституцией, деньги раздала храмам. И, ну, а то, что осталось, вайшнава-сева решила совершить на эти деньги. И вот, ну, а те саду, которые пришли есть в этом Говинда-мандире, то… Ну, вас накормили вот на эти деньги, в общем.
И вот, в общем, и Говинда сказал, что делать надо было бы, если бы вы хотели выразить почтение моему прасаду, и при этом последствия на себя не навлечь никаких, то могли бы съесть туласи и все. Со всего этого маха-маха-прасада. Что это, да, действительно маха-прасад, но вот... Но смотрите, в храме Джаганатха там... Ну, там другая очень система, там Джаганатх забирает все. Но в других случаях Кришна не все забирает. И вот Гора и Лили, когда Адвайта Гасай, он принял пыль с лотосных стоп Гауранги, то тогда Гауранга, когда он пришел в сознание, он взял... обнял лотосные стопы Адвайта Гасаи и принял пыль с его стоп к себе на голову. И вайшнавы, смотрите, никогда не страдают, да, но внешне не могут страдать. Внутренне, благодаря их бхакти, они не страдают, и это бхакти никто не может как-то обеспокоить, поскольку они сиддха махатмы, но внешне какие-то проблемы могут быть. Я пример могу привести Шрила Сиддханта Махараджа. Кто по желанию Шрилы Прабхупады, когда Шрила Прабхупад ушел, он опубликовал Упанишады, Веданту, Гауди Башу, и этот Сиддханта Махарадж, он ученик Шрилы Прабхупады, он уважал Бхактивию, он очень уважал Бхактивию к Бхарати Махараджу, он думал о нем, что он его шикша гуру, поскольку благодаря его тот первый из вайшнавов, который он увидел, он благодаря ему он ушел из дома и пришел в храм. И когда Бхактивию к Бхарати Махарадж ушел, какие-то ученики, они начали, ну, как-то злоупотреблять этой ситуации. Ну, в общем, они это какой-то несколько саньяси, там они как бы саньясу принимали, но ходили по бабам. И вот с утра ели прасад, потом уходили к своим этим женщинам. И потом Сиддханта Махарадж выяснил, что эти саньяси идут, ну, каким-то вдовам, каждый день ходят на свидание. И вот много случаев таких, к сожалению, бывает среди всяких брахмачарий, саньяси. И вот Сиддханта Махарадж предупредил их, этих двух саньяси, чтобы они вели себя достойным образом и не ходили. Но они не слушали Сиддханта Махарадж, опять предупредил их. В общем, потом третий раз, четвертый, он просил их вести себя достойно, и надоело ему это, взял и сорвал с них всю эту одежду саньяси. И вот они обиделись, сказали, что мы саньяси. А почему, если вы саньяси, ведете себя так недостойно? Или вот, например, почему какие-то матаджи массируют стопы какого-то ачарьи? Разве это стандарт, установленный Шрилой Прабхупадой и Бхактивинода Такуром? А вот, ну, Махараджа кто-то рассказывал, что какому-то ачарье
его какая-то родственница ночью ходит, якобы стопы массировать. И ну что делать, бывают такие, но это неправильно. И вот Сиддханте Махарадж, он, ему надоело это, он забрал одежду саньяси, сорвал с них, и эти саньяси решили отомстить и убить Сиддханте Махараджа. Я несколько раз говорил уже, и вот они взяли этот топор, и когда Сиддханте Махарадж спал, они пришли, а он спал под одеялом, но они пришли и хотели отрубить голову ему. И вот они так ударили его этим топором, но по милости Нитьянанды в тот день Сиддханте Махарадж спал наоборот. Голова была где ноги, а ноги где голова. И вот и таким образом его его ударили, но жив он остался. И вот потом, когда на суде судья спросил, смотрите, вот это те самые люди, которые напали на вас ночью, Сиддханте Махарадж, он смотрел на них долгое время и сказал, и он сказал, что нет, это, я думаю, что это не те. Судья сказал, что вы говорите, это точно он. Поймали его, но и таким образом гуру вайшнавы, они очень милостивы и не могут причинять вреда другим людям. Панчампандавы, например, вайшнавы, но внешне так много страдают. Драупади, например, сколько оскорблений она вынуждена была потерпеть, и сейчас также не хочу прямо говорить, но вот Ваман Госвами Махарадж, он однажды отправился в Харидвар и попал в аварию по дороге. Кто-то может сказать, что он вайшнав, как он в аварию может попасть. Ну, смотрите, вайшнавы и если попадают в какую-то аварию, они как бы попадают, но эти аварии и прочие проблемы не причиняют страданий вайшнавам, то есть какие-то временные телесные страдания, но они не принимают их за такие какие-то действительно плохие страдания. Однажды Шрила Бхакти Валабха Тирта Госвами Махарадж на собрании три раза попросил прощения у Бхакти Виган Бхарати Махараджа. А почему это случилось? Так, дело в том, что Бхарати Махарадж был секретарем сочетания Годи Матха, но какие-то люди отобрали у него этот пост, и вот Бхакти Валабха Тирта Госвами Махарадж ничего не мог сделать, чтобы этому как-то противодействовать. И поэтому вот он три раза попросил прощения за у него, что так случилось. И вот гуру вайшнавы, они трансцендентные, и какие-то проблемы, если возникают, то они, хотя встречаясь с этими проблемами, не чувствуют какого-то горя. Какие-то люди из-за зависти могут пытаться как-то навредить гуру вайшнавам, это возможно, много
раз случалось, но гуру Вайшнавы, они никогда не хотят отомстить. Они могут осознать, почему они получили такое наказание, но кого-то мстить кому-то они никогда не будут. И Шрила Прабхупад говорит, даже те, кто хотят убить меня, о Господь, они не нужно, чтобы у меня в сердце была какая-то ненависть к тем, даже кто хочет убить меня, и те, кто желают моей смерти. О Господь, даже не должно быть зависти, никакого этого желания отомстить и ничего подобного в адрес моих врагов. Вот Гуру Вайшнава и Бхагаван, это все апакрита таттва, хотя внешне можно видеть, что иногда они являют лилу болезни, наша гурварга, она говорит, что если гуру и вайшнавы не будут выражать такую ашушта лилу, то у нас не будет возможности служить им. И вот Шанта Махарадж, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Сила Тиртха Махарадж, они все являли лилу болезни, но лилу беспомощности, но разве это так? Нет. Бхагаван в их сердце, они хотят проверить нашу веру, сколько веры мы имеем в них. Много раз я говорил, один ученик Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджа отправился в этот... в больницу, чтобы увидеть Гурудева, и несколько преданных с ним пошло, стояли в коридоре, смотрели на Гурудева через окно этой палаты, и вот один старший, ну не старший, а преданный, говорит, вот эта трубка, через которую кормят Гурудева, вот эта, через которую испражнение выходит, это для кислорода, это там для крови, это там еще для чего-то. И таким образом они объясняли гуру таттву. И Мадхав Махарадж слышал это, лежа на кровати. И вот такие люди пришли, чтобы увидеть так Гурудева, его слабость, неспособность что-то делать. И Мадхав Махарадж, он просто плакал. Они так вот обсуждали, ну, Гурудева таким образом. И это... И многие, к сожалению, люди видят Гурудева таким образом. Но мы забываем, я снова и снова говорю, до тех пор, пока мы не получим милость чистой Гуру Вайшнавов, наш ум не сможет прикоснуться к тому трансцендентному миру, он не сможет соприкоснуться с тем миром, только материальные представления будут в нашем уме. И таким образом мы никогда не... А вот в тот день, когда у нас будет стопроцентная вера в Гуру Вайшнавов, то тогда такая же стопроцентная вера у нас будет в Харинам и в лилы Господа, и все остальное, что связано с ним. И вот из Шримад Бхагавата Махапураны, с первой песни 11 глава, и вот Саньяси Брахмачари, я не знаю, обсуждают это или нет, я много примеров приводил. И вот там говорится в этой шлоке, Этад ишанам ишасса пракитисто йопи тадгунай, но юджате шадатмастаир
И вот что я говорю. Что имеется в виду? Имеется в виду то, что это и вот эта божественность, такой божественной личности, она не подвергается влиянию материальной природы, даже имея контакт с ней. Я много раз говорил в прежние дни. И также преданные, которые приняли прибежище у Верховного Господа, они не подвергаются влиянию каких-то материальных качеств. И я в тот день говорил, что джанма, карма, рождение, деяние, страдание от чего-то, это для преданных это ничто, хотя внешне может как-то выглядеть так. Для вайшнава нет никаких ограничений кармы. Они ничего не делают из-за своих этих. То есть все, что они делают, это бхакти, даже если мы находим. И вот через этот комментарий можно увидеть, что мы видим, что гуру вайшнавы, они никогда не хотят отомстить никому. Даже если кто-то хочет убить их, и вот почему в этой шлоке говорится, что Бхагаван приходит в этот мир, когда адхарма увеличивается, и после этого говорится. Чтобы защитить всех саду. И те дускрити, те, кто пытаются как-то помешать гуру вайшнавам, демоны всякие, и чтобы убить их, Господь тоже приходит сюда. И вот Вишвана Чакравати говорит, мы знаем, что гуру вайшнавы никогда не хотят ничего получить от Верховного Господа. Гуру вайшнавы никогда не хотят отомстить, нет никакой негативности нету в сердце гуру вайшнавов. И почему, но почему? Смотрите, о, Вишвана Чакравати говорит, что иногда гуру вайшнавы, они просят Господа их защитить, но это не постоянная привычка, постоянно просить что-то у Господа. Иногда они просят Господа защитить их, как Джада Бхарат, когда этот Вишалпати, он Джада Бхарата хотели принести в жертву Бадра Кале. И вот смотрите, даже находясь в такой опасности, Джада Бхарата все равно не молился Господу, чтобы тот его спас.
Он не молился, что Господь, спаси меня. Нет, он не жаловался. Даже смотрите на волоски от смерти, все равно Джада Бхарата не молился лотосным стопам Верховного Господа о том, за что же его убивают, и о том, что его нужно спасти. Нет, он не жаловался ни Джада Бхарата, он или Прохлад Махарадж. Смотрите, если изучить историю Прохлада Махараджа, Хираньякашипу хотел как-то помешать ему, убить его, скинуть с горы, там утопить или еще что-то сделать, но Прохлад Махарадж, что он делал? И он помнил Верховного Господа. И вот здесь в этой шлоке описывается, как разные ачарьи, они делают какую-то один из видов преданного служения среди девяти. И вот можно видеть, каждый ачарья, он занят каким-то одним видом преданного служения. Прохлад, например, памятованием Парикшит, слушанием Шукадев Госвами, говорением Харикатхи. И вот в этой шлоке говорится, иногда мы видим, что какие-то преданные, они следуют одному виду преданного служения, кто-то нескольким. И если есть ништха, вера, строгость, сильная вера, то тогда они могут обрести успех в своем баджане, и в этом мы можем показать, что даже один из видов преданного служения, он может помочь нам достичь совершенства. Обусловленные души всегда в майе, а чистые преданные, они находятся всегда буквально в океане бхакти, и все время осознанно или неосознанно они являются, они предаются Верховному Господу. А обусловленные души, они всегда в майю погружены, а чистые преданные, они всегда поглощены в прекрасные отношения с Кришной. Вайшнавы, они всегда заняты в бхакти, даже перед рождением, смотрите. Гуру и Вайшнавы, они пришли в этот материальный мир, и они так приходят и уходят, они не тисидхи, а садхан-сидхи, например. Те, кто достигли вечного мира, то обрели вечное существование в вечном мире, то и вот вайшнавы, они полностью, смотрите, заняты в служении Господу даже до рождения, и потом, оставляя свое материальное тело, он возвращается к своему вечному служению туда, на Голоку Вриндаване, все время. И это Сиддханта. И вот те, кто сомневается о Шри Чайтанья Махапрабху, о его спутниках, о
гуру вайшнавах, ибо я просьба таким людям, помните эту шлоку. Хотя выглядит, что Бхагаван является в этом материальном мире, чтобы явить какие-то лилы, и выглядит, что Бхагаван находится в этом материальном мире, и природа Пракрити, она влияет на него, но это всего лишь лила. И, то есть, это что внешне, и Бхагаван, он, ее влиянию на самом деле не поддается. И вот можно вспомнить, когда мы верим на 100% гуру вайшнавам, то тогда мы можем обрести какие-то особые эти возможности. И поэтому, когда Махапрабху говорит с тем браманом, в Аллахабаде можно вспомнить с этим Рагхупати Упадьяем. И перед Рагхупати Упадьяем Махапрабху спрашивает: о Рагхупати, какой баджан жить? Кому же ты хочешь поклоняться? И Рагхупати Упадьяй говорит, улыбаясь: о Господь! Срутим апаре сритим итаре, Бхаратам анне бхаджанту бхавабхитаха, Ахамия нандам банде, Жасалинде парам брахма. Now you can feel this Guru Tattva here. И вот, можете ли вы почувствовать Гуру-таттву здесь? Кто-то изучает Шрути, Веды, Смрити, Агамы, Нигамы и прочее. И вот кто-то изучает Шрути, кто-то Смрити. Это большие эти писания, больше, чем Махабхарата. Кто-то Махабхарату вот изучает. Кто-то хочет пересечь этот материальный океан, и Махабхарата, Рамаяна, это все. Джая Грандхи. Если вы примете прибежище у этих Грандх, вы сможете пересечь этот материальный мир. Но Шрила Прабхупад говорит, не нужно изучать Махабхарату. Вы будете в этом в замешательстве. Вы лучше изучайте читание Бхагавату, читание Чайтамриту. Иначе вы не поймете, только разовьете больше сомнений. И действительно, Рагхупати Упадьяй говорит, я хочу поклоняться Нанде, поскольку если я схвачу буквально Нанду, я обрету Кришну. Смотрите, во дворе Нанды Махараджа сам Парабрахман, он находится. Если я пойду к Кришне, то я могу не достичь успеха, а лучше, если я приму прибежище у Нанды Махараджа. И это зовется Гуру Таттва. И если вы хотите обрести Нитья Севу, если вы хотите достичь вечного мира, то у вас должна быть вера в Гуру Вайшнавов, они 100% помогут вам. Чем больше веры у вас, тем больше возможностей. И вот. Хотя внутри он... И вот хотя они находятся внутри этого материального мира, но материальный мир не влияет на них.
и он всегда свободен, как душа. Она никогда не подвергается влиянию. И вот, например, мы стоим перед озером, можно видеть отражение свое в воде этого озера. Через какое-то время приходит ветер, и можно видеть, ну, имеется в виду, ветер колышет это озеро, и озеро колеблется, но волны там происходят, и отражение, оно тоже искажается. Но смотрите, мы стоим на берегу, наше тело не изменяется, но изображение из-за влияния волн, оно искажается, хотя в отражении искажается. Так и подобным образом наша душа в чистой форме, она никогда не подвергается влиянию материальной природы, каким-то изменениям, более радости, страданиям, наслаждениям. Это все не влияет на душу, и поэтому в тот день я говорил Арджуне, вот, точнее, Кришна Арджуне говорил, что я не принимаю никаких благодетелей и грехов дживы. И причина, ну, а привязанность ко всему этому, это и есть причина такой жизни. Это даст нам боль, а наслаждение они тоже в итоге в океан страданий поместят нас. И у всего есть начало и конец. Материальные наслаждения, материальные радости и горести, у них есть наслаждение и конец. И поэтому панчапандавы никогда не жаловались Кришне, что почему столько проблем у нас, ты Верховный Господь, а мы тут страдаем, хотя живем с тобой. И смотрите, такие мысли Юдхиштхира Махараджа, панчапандавы в Драупаде никогда не посещали, или Кунти Деви никогда. Даже наоборот, Кунти Деви, она говорила, просила Кришну отправить побольше напастей на ее голову, поскольку она говорила, что, встречаясь с проблемой, мы помним тебя, и, предаваясь тебе, мы так помним тебя. И Yudhishthira Maharaj, Rasya Yoga, he's successful. No, I like to take leave from you. Kunti Devi, come on. И вот когда, а еще Кришна был с ними, а и когда все проблемы закончились, то Кришна сказал, что все, проблемы кончились, я теперь ухожу. А Кунти Деви сказала, да что ты говоришь, вот сейчас настоящая проблема началась. Раньше враги у нас были, ты их всех перебил, а сейчас, уходя от нас, только большая проблема возникает в разлуке с тобой. И вот такие враги могут как-то опозорить нас в нашей жизни. А еще смотрите, если враги очень сильны, то мы можем предаться какой-то шаранагати показать, и такое смирение может явиться, иначе кто-то может гордиться своим положением.
И вот согласно ситуации мы должны чувствовать все время. И вот мы должны чувствовать свою беспомощность. Мы должны чувствовать Кришну, Гуру Вайшнавов, то, что они есть, что они с нами. Харидас Такур совершает баджан не для того, чтобы заработать славу, почести или еще что-то. Харидас Такур совершает харинам для того, чтобы повторять харинама. Мы совершаем преданность ради преданности, бхакти ради чего-то иного нет. Мы совершаем бхакти для того, чтобы обрести бхакти, не для чего иного. Никакой причины другой не может быть. И вот Намачарья Харидас Такур совершал баджан там, и смотрите, насколько смиренен Харидас Такур, настолько прекрасен, но все же есть какие-то враги у него, что о нас говорить. И вот Харидас Такур совершал харинам, но Рамачандра очень разгневался, начал всячески вредить ему. И вот он решил послать какую-то проститутку ему, чтобы показать бесхарактерность Харидас Такура. Как Туласи Дас должен совершал баджан, никого не критиковал, но нашлись люди какие-то, которые проблемы создавали, и кто-то сказал: «О, Туласи Дас, тот саду, он критикует тебя все время». И Туласи Дас сказал: «Ну, тогда я буду кормить его». А они сказали: «Да ты не понимаешь, он же критикует меня». А ему опять сказали, что он же критикует вас, зачем вы это делаете? А Туласи Дас сказал, что я не вижу проблем в себе. Если он будет видеть, критиковать меня, то это хорошо, я смогу исправить эти недостатки и достичь Рамачандры. И вот если река течет с гор, как Ганга или Алакунанда, или Сарасвати, или Ямуна, они истекают с высоких горных мест, и смотрите, любые препятствия, которые возникают на ее пути, они не могут существовать на ее пути. Я был в Гималаях, я чувствовал, насколько мал я в отношении этих Гималаев. Гуру Махарадж говорил, пытаясь осознать свое такое маленькое, свою незначительность, пытаясь почувствовать, насколько мал ты в сравнении с этими Гималаями. И вот перед Рудрапаягом я стоял там и смотрел. Как течет река и какой звук происходит, какой звук исходит от падения этой реки. И наша жизнь, она так нестабильна, а мы, если только гордимся собой, то это очень плохо. И смотрите, чем больше препятствий на нашем пути, я вот недавно был. Это такой открытый секрет, я не создаю никакой новой философии, все преданные, они знают. Я был в Миднапуре, в Чандракане. И вот там местные некоторые люди 3 месяца заранее планировали, как помешать Харикатхе Махараджа. И как-то колдовать пытались, еще что-то делать, всячески препятствовать, антипроповеди заниматься, но никто не мог, но не смогли они мне каких-то этих проблем причинить.
И вот это такой открытый секрет, что я не могу везде говорить, везде запрещено, поскольку я говорю о Гурваге, о Шриле Прабхупаде, и далеко не все могут это принять и переварить, лучше как-то препятствовать. И вот несколько месяцев назад Махарадж был в Пури, на месте явления Шрилы Прабхупады, когда был Бхарати Махарадж, я чувствовал себя счастливым, Бхарати Махарадж вдохновлял меня, чтобы я говорил, а сейчас такого не происходит, какие-то... И вот потом мне Брамачари сказал, что какой-то этот брат в Боге пришел и начал... говорить местным преданным, чтобы Бабаджи Махараджи не позволяли говорить. И вот смешно было видеть это. Конечно, кто-то может как-то всячески препятствовать Харикатхе, но сердце мое никто не изменит. Это невозможно. И вот сейчас я буду говорить о другой шлоке, поскольку Асактям опи сангинам атмопам менам манужам бепринанам ято абудха. Ято абудха. Агьян манав, those who are ignorant people. И невежественные люди, они никогда не понимают Бхагават-таттву, они не понимают Вайшнава-таттву, агьяна. Они думают, что Гуру Вайшнавы такие же, как мы. Чапал Гапал, он хотел проблемы какие-то создать, мы знаем. И вот Чапал Гапал, он эти китайские розы, горшки от вина и... всякие эти грязные вещи, ну, имеется в виду, какому-то преданному подкладывал, Шивас Пандиту, чтобы показать, что он Кали поклоняется, и вот эти принадлежности, поклонение Кали он раскладывал перед его домом, и вот Шивас Пандит выходил, говорил: «О, люди, смотрите, чем я занимался тут». Кали поклонялся, а разумные люди поняли, что это не он, а просто подкинул кто-то. И потом этот человек стал этим больным проказой. И вот и этого человека, который сделал такое, он был обречен на вечные страдания. И вот, а когда этот Вайшнава аппаратчик, он Каши Вишванатху поехал. И вот она сказала, что тут великий оскорбитель пришел. Я не хочу, чтобы он в Варанаси даже заходил. Не позволяйте ему, иначе я разрушу все. Не позволяйте ему находиться здесь. И вот, в общем, ему не позволили. И вот материалисты своим материальным даршаном, они думают, что Гуру Вайшнавы, как мы. Но еще Чайтанья Махапрабху тоже является лилу болезнь иногда, и Кришна тоже. И таким образом, когда Господь явился в этом материальном мире, то Господь, Он следует этим всем правилам, когда Кришна
он является в форме Нарайны и убивает Шакатасу или Путануту. В чем его великолепие? Великолепие в том, что Кришна шестилетний этот мальчик, и Путана схватила его и пыталась накормить отравленным молоком и Путана. И Балгопал, он... И в этом как раз и этот Балгопал, он убил ее, и в этом ее великолепие. Like material man, Ramchandra crying, everybody can think. So tamayam mannate loko hi asaktam opi sanginam atmopammenam manujam bapinanam jato abudo. Those who are not intelligent, those are foolish. Глупы, кто, те, кто неразумные, привязаны, у кого привязанность в их сердце, то они думают, что Гуру Вайшнава, они как мы, такие же, как и все, и делают, соответственно, то же самое, что и другие люди. И Парикшит Махарадж, поэтому он спрашивал у Гурудева так много вопросов от нашего имени, от имени обычных людей. И Кришна, он Атмарам. Если Кришна Атмарам, почему он чувствует неудовлетворенность и танцует с женщинами? Почему? Проблема наверняка какая-то там. И Парикшит Махарадж спросил это. Как это возможно, что Кришна, он являет такую лилу, это запрещено же? Но Шукадев Госвами говорит, что за причина? Он Верховный Господь. Кришна везде, он везде существует. Кришна в сердце каждого, и в чем же проблема? Тат гопинам ча тат патинам сарвешам эва дехинам янтас чараха савадхакхя кирана неха дехава. Гопинам тат патинам ча сарвешам эва дехинам. В сердце гопи я нахожусь, в сердце этих не только гопи, но и мужей гопи. Кришна, он вездесущ. Когда Кришна являет такую лилу, то что плохого в этом? Нет никакой проблемы для Кришны. Мы, у нас не должно быть никаких жалоб или обвинений в адрес Кришны. Все, что делает Кришна, это совершенно... Все, что он делает, это нирапекша, нишанга. Что говорить о Пракрити? Пракрити, она находится за Кришной. Перед Кришной она не появляется, поскольку... Майя, она чувствует, ей стыдно подойти к Кришне, поскольку она совершает какие-то дурные действия, каких-то этих обусловленных душ в тюрьму. Майя помещает, наказывает, материальные благословения дает людям. They are speaking in front of Mataji. Oh Ma, give me honor, give me, you know, money. И вот люди обращаются к этой Майе с такими словами, что дай денег, дай богатство, дай славы, дай того и сего, Вишоджахи, убей всех врагов. Но вайшнавы не молятся таким образом. Однажды я был в Джамму, давно достаточно, лет 7 назад, и вот все преданные, они меня туда позвали, какие-то саньяси там были, и заняли меня в Харикатхе. И я был однажды на берегу Чичила-Ноди, река такая, и
И вот какой-то Раджаджи там, ну, преданный, который пригласил там собрания были там, Деви Бхагават читали и попросили что-то сказать в честь их этого, их Деви Бхагаватам, и я. Ну, это там Матаджи была в одежде брамачари. Ну, Махараджа пригласили говорить, но она, это Матаджи, глава собрания, сидела на метр или на два выше. Но Махарадж не чувствовал себя оскорбленным. Он объяснил несколько шлок из Бхагавата, и за это короткое время он... Ну, закончил говорить, и все были вдохновлены такой короткой лекцией Махараджа. И вот дали 500 рупий пранами Махараджу в то время. Ну, в то время 500 рублей, большие деньги достаточно были. И вот Махарадж дал эти пожертвования и отдал ей назад, сказал, берите. Она опять обрадовалась, начала прославлять преданных Гауди Матха, и таким образом вот Махарадж объяснял вот эту шлоку. Вот последние слова Вишоджахи, значит, также просят убить всех врагов, кроме того, что дать все, что надо. А как мы можем молиться Кришне об этом? Саду никогда не молится Господу о том, чтобы он тот наказал кого-либо. Но в Гите говорится, и вот Вишна Чакравати говорит. Саду чувствуют разлуку, из-за этой разлуки они молятся Кришне, чтобы Кришна явился и спас их. Виджинарнава значит океан страданий, но не материальных страданий, а страданий, созданных из-за разлуки от Кришны. Мы разлучены с Кришной. О Кришна, спаси нас, Виджинарнава. Мы посреди океана страданий. И что же за страдания? Страдания в разлуке. И вот Вишванат Чакравати говорит, что они никогда не думают, что есть какие-либо враги, иначе саду они... Если кто-то, какой-то саду думает, что у него есть враги, то тогда он не сможет говорить харикатху. Что значит харикатха? Если вы утвердились в адваген татве, то уже не будете воспринимать. И вот, как я говорил вначале, что если вы утвердились в адваген татве, то куда бы вы ни смотрели, вы увидите везде гуру татву. И если это состояние не приходит в вашу жизнь, то ваша харикатха бесполезна, и вам не нужно говорить харикатху. Адваген татва — это одна единая и неделимая татва. Это адваген татва. А кто мы? Чтобы чувствовать, что гуру вайшнавы материальный, что Кришна материален. Откуда это все? Почему вы думаете, что они что-то отдельное? Только преданные, они одновременно отличны и не отличны от Кришны. Если вы это осознаете, то в этом случае вы сможете стать успешными, и никаких сомнений не будет у вас.
You are Satantra in Bhagavata, it is written. Okay, it is written. But there is another, there is one world. There is a separate и world. Есть еще одно отдельное where слово, prema, где према будет вести prema нас. Према преданных, моих преданных, моих бхакт. That's why it is written in Chaitanya Charitamrita, Radhikar Prem Guru Ami Shishya Not. В читании Читамрите говорится «Радхика према гуру амашища нот». И вот следующее слово. Любовь Радхарани, она мой гуру. Радхарани – это мой гуру. Радхарани – это олицетворение премы. И когда Радхарани она говорит мне что-то, то я действую согласно ее указаниям. И также мы можем найти много шлок в 11-й песне. Кришна говорит Удаве. И в книге Мандир Пратиштхи мой Гуру Махарадж он инсталлировал храмы, божества и прочее. Но мне не нравится этим заниматься, я Харикатху только люблю, а остальное Харикатху люблю, книги писать, киртаны петь и все. А вот всякие установки божеств, храмов и прочее я не люблю, пускай другие занимаются этим. И вот я книгу опубликую на Бенгали, не знаю, кто перевести сможет, если сможет, тяжело найти достойного переводчика и даже because I like to help them, okay, if they can get some inspiration, because material people, they cannot get inspiration. I give them, okay, you take it, okay, I am going to spend for Hari Bhajan, you know, you take it, you need money, so you trust it. And maybe 48, you know, is actually 95 pages maybe, I know, 95. Maybe, so Bhaktivinoda Thakur book, I am going to publish in English. But it will take time now. I'm busy with this Harikatha and recitation for long time. В общем, Махараджич переводит книгу про Шрилу Бхактивинода Тхакура на английском. В процессе уже скоро будет опубликован. Сейчас Махараджа здоровье получше стало, вдохновение какое-то чувствует, кашля нет никакого и все хорошо. Раньше Махарадж Бхагаватам читал как ветер, но в то время молод был, сейчас возраст уже больше. И в какой-то книге Хаясирса Панчаратра, как-то так называется, и в этой книге описывается, как божество устанавливать. И там говорится, что Кришна говорит, что Мад бхакто ман жато чита. What I mean to say, why I quote this slok? Почему я цитировал эту шлоку? Я думал, как мы можем понять, что божество Виграха становится Господом? Я много примеров приводил и из жизни Шрилы Прабхупады могу привести несколько примеров перед концом. И вот я начинал с Шрилы Прабхупады, в середине Шрилы Прабхупады, и вот в конце
тоже Шрила Прабхупад. И везде Шрила Прабхупад. И Харикатхана полна его сиддханты. Кришна говорит, что различные одежды, украшения, гирлянды, благовония и все мы можем предлагать телу Божества. И это слово «мам» значит, Кришна имеется в виду моя вигаха и я не отличны друг от друга. Почему Кришна говорит «мам»? Это божество, хотя Кришна говорит «мам». Это значит, что мы должны понять, что Кришна хотел сказать, что мои божества и я сам не отличны друг от друга. И пытайтесь понять это, что Кришна говорит, что настоящие виграха, установленные с чистыми саду Гуру Вайшнавами, они не отличны от самого Кришны. Из жизни Шрилы Прабхупады я также могу сказать, и то, о чем я говорю, это только от Шрилы Прабхупады и от никого иного. Однажды во время Гуру Пурнимы было наводнение, и Шрилы Прабхупад повторял Харинам и думал, что же делать, я не могу Параману предложить Кришне Шри Чайтанья Махапрабху сегодня, моему Господу из-за наводнения, что же делать, все затоплено. И тем временем один этот молочник с большим горшком молока, ну, уже вода там по грудь была, и он пришел, отдал это молоко Пуджари Юга Питха в качестве пожертвования. И наставление Пуджари было такого, чтобы ничего не принимал. Нужно понять, кто принес, что принес, зачем принес. И такое наставление было не принимать от всех. И вот этот молочник также сахар принес, тростниковый рис и все остальное, и сказал, что этот лендлорд Говинда послал меня. Он преданный, очень любил Шрилу Прабхупаду. А Шрила Прабхупад начал плакать: «О Господь, я так много трудностей принес тебе сегодня, если я хотел, может, я хотел попробовать эти параманы и думал, что ты сегодня без параманы, поэтому ты пришел, принес ингредиенты для параманы». И то же самое случилось, когда Санатан Госвами пришел встретиться с Рупой Госвами, и Рупа Госвами хотел параману приготовить для Санатана своего Гурудева. И думал, где же все взять? Ни молока нету, ни сахара, ничего нету. И хочу параману для Гурудева сделать, для Санатана. И тут какая-то девочка пришла: «Баба, баба, иди сюда, что случилось?» Вот моя мать послала все вот вам. Что послала? Вот и Рупа Госвами Пад увидел молоко, сахар, рис и все остальное. Он начал плакать и сделал параману, предложил Кришне Радхарани и принес все Санатане, и Санатан говорил Сиданту, они совершили киртан, и когда начал принимать эту параману, первую ложку, он был удивлен, что это я ем параману или нектар какой-то, что это настолько великолепно она, как я чувствую, какая-то энергия
проходит по моему телу. О, эта девочка наверняка Радхарани была. И он сказал, ты не должен думать так. Зачем ты думал так? Зачем побеспокоил Радхарани? Она пришла, принесла молоко, рис, сахар тебе. Зачем ты сделал это? Тебе не следовало бы думать таким образом. И с сегодняшнего дня будь осторожен. И таким образом они Параману приготовили, и у нас нет веры в Верховного Господа, в Гуру и Вайшнавов, и поэтому так происходит. Какие-то преданные имеют веру. Кто-то пишет мне письма, я отвечаю им, я очень счастлив в виде настроения. Тысячи людей, вдали от меня они находятся, но пишут письма. И вот по милости Гурудева, что я могу сделать? Проповедь для меня невозможна. Но смотрите, в следующий день я буду говорить о том, как Кришна может вести себя так, чтобы мы не могли избежать материальной концепции. Кто-то спрашивает, если Шанкар Бхагаван есть, то Деви Майя есть, то почему они не... One demon, Gajanis, from Arabian country came to loot, you know, Somnath temple, Somnath mandir of Mahavir. А вот в общем рассказывают, что Гаджаниш какой-то мусульманин с мусульманских стран 18 раз грабил золотой храм Шивы, и вопрос, почему Шива ничего не сделал, хотя может, почему не пришел и не предотвратил этого ограбления. И вот я отвечу в следующий день. Суджанарбударадито паду югам югодхарма дурандхаро патрубарам Бхардавайодайока пуйя падам Пранамами сада прабхупаду падам Пранамами сада прабхупаду падам Панамами сада прабхупаду падам Ванча калпа дурвасе кипа синдбавача Патитанам пабану бавача бьё намо намо.